Привет! Сейчас будет подборка классных товаров с AliExpress, а в конце разыграем телефон. Это портативный гидравлический эвакуатор для автомобиля. Полезная штуковина, если у вашей машины неисправно колесо или она не едет по каким-либо другим причинам. Имея такую тележку, уже не нужно обращаться в спецслужбы по перевозке автомобиля. Грузоподъемность тележки 680 кг, а максимальный диаметр перевозимого колеса 750 мм. Сам же эвакуатор весит всего 18 кг и легко помещается в багажник авто. А вот просто отличная подставка-держатель для телефона. Ножки подставки напоминают щупальца осьминога с множеством присосок. Благодаря гнущейся конструкции подставку можно установить на любую поверхность и закрепить смартфон под удобным для вас углом. Силиконовый материал не скользит по поверхности и надежно крепится даже в автомобиле. Штуковина легкая и компактная, удобно брать с собой. А эта вещица для тех, кто на вопрос «что тебе подарить?» отвечает «ничего». Для таких друзей есть специальный подарок с надписью «ничего». Также этот оригинальный подарок для людей, у которых есть все. Впрочем, никто не мешает использовать его для шуточного презента в любом другом случае. К примеру, сначала подарить «ничего», а затем, посмеявшись над получателем вместе с друзьями, преподнести ему что-нибудь существенное. Возможно, в следующий раз, прежде чем ответить на вопрос о подарке, потенциальный его получатель получше сформулирует свою мысль. А это Redmi Note 7, тот телефон, который разыграем в этом видео. А ты знал, что во все телефоны Xiaomi можно установить две сим-карты и карту памяти вместе? Если нет, то советую тебе посмотреть ролик с канала YD, там как раз показывают этот лайфхак и еще много чего интересного. Если что, ссылочка есть в описании. Вы только посмотрите на эти крутые светящиеся кроссовки на роликах. Катание на роликовых кроссовках захватывает своей простотой, легкостью и интересом. Модель выполнена с двумя роликами, один из которых находится в носовой части и с помощью специального рычага легко преобразуется в ролики и обратно. Ролик сзади можно спрятать в кроссовок при нажатии специальной кнопки. В темное же время суток эти кроссовки сделают катание еще более увлекательным и привлекут внимание окружающих. Кстати, подсветку можно подзарядить через USB кабель. А вот прикольная овощечистка выполнена в виде точной копии точилки для карандашей, только в других масштабах. С помощью нее вы сможете и почистить, и оригинально нарезать морковь, огурец и другие овощи и фрукты, которые смогут пролезть в отверстие этой точилки. Также она отлично подойдет как оригинальный и веселый подарок, и любая хозяйка с чувством юмора оценит такую точилку, а ее настроение во время приготовления пищи всегда будет на высоте. А если вы или ваш ребенок фанат Человека-паука, то вам обязательно понравится следующий товар. Да, костюм Человека-паука теперь может купить каждый, и это не просто какой-нибудь трикотажный аналог, это костюм, выполненный из спандекса, поэтому выглядит очень похоже на свой легендарный прототип. А для полного сходства с оригиналом костюму за дополнительную плату можно заказать еще и ботинки. Заказав знаменитый костюм супергероя из комиксов и фильмов, вы точно обратите на себя внимание на празднике или вечеринке. А фирма Xiaomi не перестает удивлять полезными портативными гаджетами. На этот раз это вот такой электрический чайник, который имеет складную конструкцию, что позволяет брать его с собой куда угодно. Вы можете уменьшить его и положить в чемодан, а затем начать свое путешествие. В процессе транспортировки ручку и шнур питания можно отсоединить. Для хранения ручки используется дополнительный отсек в нижней части корпуса. Изготовлен электрочайник из комбинации пластика, силикона и нержавеющей стали, которые препятствуют появлению внешних повреждений и коррозий. Чайник мощностью 600 Вт и объемом 600 мл вскипятит воду всего за несколько минут. Такого объема достаточно для приготовления чая или кофе на 2-3 человека. Следующий товар понравится тем, кто любит мастерить своими руками и проводить различные физические опыты. Это настоящая акустическая левитационная установка, которую можно собрать в домашних условиях. Всем известно, что звуковые волны несут механическую энергию, которую можно приложить к объекту. В этом случае эта сила направляется против силы тяжести, чтобы сделать объекты левитирующими.
В отличие от магнитной левитации, с помощью акустической можно заставить парить в воздухе маленькие неметаллические предметы, крошечные твердые частицы, капли воды и даже насекомых. Вот такая удивительная физика. Стремительные и бесшумные ниндзя с легкостью преодолевают любые преграды и расстояния, пробегают по лезвию ножа и совершают головокружительные прыжки. И если это все похоже на вашу кошку, то на Ли есть специальный подвесной мостик для кошек. На нем так здорово оттачивать кошачьи навыки, тренировать ловкость, скорость и даже вестибулярный аппарат. В комплекте поставляется два стандартных кронштейна для легкого и надежного крепления к стене на оптимальной высоте. А для организации полноценной игровой зоны у продавца можно дополнительно заказать и другие элементы, как теточки, игрушки, домики и настенные гамаки для кошек. Все они отлично сочетаются и дополняют друг друга, а также экономят пространство на полу. А вот крутой самобалансирующийся электрический скейтборд с дистанционным управлением. Скейт имеет три режима езды – 10, 18 и 25 км в час. И в зависимости от выбранной скорости может проехать без подзарядки от 2 до 3,5 часов. Из примочек можно особо выделить красивую подсветку синего цвета, LED-дисплей и встроенную Bluetooth-колонку, которую можно подключить к вашему смартфону и слушать свою любимую музыку прямо на ходу. Для удобства транспортировки имеется откидная ручка, а весит это чудо ни много ни мало 12 кг. Так что ручка здесь очень кстати. Следующий транспорт понравится любителям необычных конструкций. Это лежачий трехколесный велосипед. Лежачий велосипед гораздо быстрее стандартных моделей велосипедов, а удобство езды на таком велосипеде и комфортное положение велосипедиста позволяет существенно снизить нагрузку на спину. Крайне удобный вид транспорта в дальних путешествиях и прогулках за городом. А это товар для тех, кто любит показывать всякие фокусы и трюки. Это мерцающее кольцо, которое незаметно для глаз перемещается от пальца к пальцу и на другую руку. Просто завораживающее зрелище. Купите такой набор колец и инструкцию и удивите своих друзей и знакомых необычными фокусами. Эта многофункциональная лопата поможет решить множество проблем, которые возникают во время отдыха на природе или занятий экстремальным спортом. Она не только копает грунт, но еще режет, пилит, закручивает гайки. Также ее можно использовать как гвоздодер, провести измерения с помощью нанесенной на край линейки и воспользоваться намотанной на рукоять веревкой. В общем, такая лопата станет практичной и надежной частью вашего походного снаряжения. А вот милая магнитная ключница – это мудрая сова, которая будет охранять ваши ключи на протяжении всей ночи. После того, как ваш рабочий день окончен и вы планируете отдыхать, она заступает на свой пост и не сомкнет глаз до утра, заботясь о том, чтобы ваши ключи были в целости и сохранности. А когда утром вы покинете свой дом или квартиру для реализации своих новых планов и свершений, сова будет дремать до вечера и набираться сил для ответственной охраны. Следующий товар позаботится о чистом воздухе на вашей кухне. Это силиконовый кухонный фильтр не только задерживает остатки пищи в раковине во время мытья посуды, но и препятствует распространению запаха из канализационных труб, которые так привлекают различных насекомых и отравляют жизнь хозяевам дома. Благодаря прочному кольцу из нержавеющей стали фильтр надежно фиксируется в мойке и легко моется. А с этой игрушкой можно отлично позабавиться на улице. Это пистолет стреляет водяными шариками, которые абсолютно безвредны и не оставляют запаха и следов. Ну, кроме мокрых, конечно. Игрушка также отлично подойдет и в зимнее время, ведь заряжать ее можно и снежками. Вот мощная стильная турбозажигалка с тройным пламенем. У нее отличная устойчивость к резким порывам ветра, что делает ее незаменимой в плохую погоду. Данная зажигалка имеет функцию регулировки огня, а в случае, если газ закончился, ее легко дозаправить. Как говорится, лень – двигатель прогресса. Чтобы понапрасну не жечь килограммы древесины и лишний раз не собирать бревна под костер, китайцы предлагают вариант переносной дровяной горелки в форме консервной банки. Соевый воск окутывает сухую древесину, из-за чего вся конструкция напоминает большую плавающую свечу. Горелка многоразовая и гореть может 10 часов без перерыва. Ее можно накрыть крышкой и поджечь когда-нибудь потом. Кроме того, при дожде дрова остаются сухими.
Такой портативный костер безопаснее и экологичнее для природы, также легче в транспортировке, чем куча дров. Идеален для кемпингов и пикников. И да, от этого костра нет сажи и копоти. Вот необычный ошейник для собак со встроенным аккумулятором и светодиодной подсветкой от фирмы Xiaomi для комфортных прогулок в вечернее время. Из-за недостатка освещения домашние собаки подвергаются всевозможным опасностям, вроде невнимательных водителей. А если на вашем питомце будет такой светящийся ошейник, то его увидят как прохожие люди, так и проезжающие мимо велосипедисты и автомобилисты. Кроме того, вы сами всегда будете знать, куда отправился ваш четвероногий друг. Ошейник поддерживает целых 3 режима работы, которые приключаются при помощи нажатия специальной кнопки. Быстрое мерцание, медленное мерцание и постоянный свет. А если вам понравилось, то ставьте лайк, обязательно подпишитесь на канал, напишите комментарий, и у вас появится шанс выиграть смартфон из этого ролика. Итоги будут в сообществе после того, как наберем 1000 лайков. Желаю всем успехов и пока-пока.